В этом видео я расскажу вам о тех, кого не стало в этот день, 5 января. Российский врач-онколог Андрей Павленко скончался 5 января 2020 года. Ему был 41 год. Известный американский космонавт Джон Янг скончался 5 января 2018 года. Ему было 87 лет. Ирина Чукаева – советский и российский врач-кардиолог, которая в течение 10 лет являлась автором и ведущей программы «Студия здоровья». Скончалась 5 января 2018 года. Ей было 67 лет. Актриса и театральный деятель Наталья Кромина умерла 5 января 2018 года. Ей было 57 лет.